Алло. Здравствуйте, это ВТБ банк. Мы приостановили подозрительную операцию по вашей карте, а именно перевод клиенту другого банка на сумму 5200 рублей. Если данную операцию совершали не вы, то нажмите 1 и ожидайте соединения с оператором. Либо оператор. Да. Ну, немножко. Можно. Алло, добрый день, технический отдел ВТБ банка, меня зовут Дмитрий, я вас слушаю. Здравствуйте, у меня тут операция какая-то подозрительная. Я так понимаю, с вами связалась роботизированная система нашего банка касательно перевода, да, я так понимаю? Да. Хорошо, давайте сейчас перепроверим данную информацию. Назовите, пожалуйста, полностью фамилию, имя, отчество. Бельчиков Андрей Михайлович. Хорошо, сейчас секундочку, перепроверю данную информацию. Андрей Михайлович, подскажите, пожалуйста, карта сейчас находится при вас, они не украдены, не украдены, можете... Нет, она у меня на руках. При вас. Хорошо, значит, блокировать вам, в принципе, ничего не буду. А также объясню, почему был данный перевод все-таки приостановлен в системе нашего банка. Угу. Поскольку, я так понимаю, Андрей Михайлович, на данный момент списание было приостановлено, поскольку не совпадают регионы оплат. Не, наверное, не поэтому. Я так подозреваю, потому что я не являюсь клиентом вашего банка просто. Так у вас имеется одна кредитная карта с лимитом 50 тысяч. Что вы не являетесь клиентом нашего банка? Ну, клиентом какого банка я должен являться? ВТБ?